Мы же в эфире. Ты как инвалид идешь, естественно. Это посрать. Это кто, враги тут? Нет, это ты. Я просто не понимаю, что происходит вокруг. Давай на высоту влезем. Давай, давай, но. Все, подожди. Я о чем это так лагает? Сейчас я махинации тут буду проводить. Нам говорят, к вашей базе уже подходят. Ну и давай, лезь вперед. Я же сейчас сдох тут еще. Ты ему дал доступ? Да, дал доступ. Самое прикольное. Мы второй раз перезаписываем, такие, все, подожди сейчас, чувак. Перезвонишь, такие звоним, и тут сюда уставились такие вдвоем. Подожди, все. Ты думаешь, что сейчас думают? Мы дебилы или нет? Вот так давай, раз, два, три. Смотри. Ладно, пойти начинать. Ладно. Всем здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята. С вами сегодня Шмелёк и чувак. И Фред. И Фред. И, короче, это секрет-шоу. Чувак на нас смотрел, думал, вы глупые или что-то. Он одевается, давай быстрее звоним ему. Так ты его добавляй, а не я. Я убью. Блин, ну, если так получится. Так, ты сайт-хом это не установил там? Да, установил. Если захожу ника другого, начинаю его мочить. Так, я захожу другого ника. И начинаю его мочить. О, блин, Бэт. Ха-х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 а. Он понял, что он попал в ловушку мою. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ты вообще нормальный? Он меня убил! Ну все, чувак, тебе как. Ох, нифига себе! Я его мочу. В смысле? Тут целое море! Ты пешкайся! Я тпшкаюсь, только к другому. Тут целое море! Бей его, бей! Закрылся! Бей его, бей! Ах ты, он что такой грифер-то, а? Вот наглый, да? Не бьет этот. Ох, грифер. Он козел! Он ушел, сейчас я к нему ТП. Ну давай. ТП, как у него ник? У него не помню. Опа. Лут удалился. Ты... А, я же его добавлял, сейчас я тебе отправлю. И всем здравствуйте, дорогие слушатели нашего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята. Сегодня с вами Шмелёк и чувак, короче, блин. Какой паук? Хотел сказать вот только вот. И да, сегодня не паук, сегодня Фред. Фред, да. Сегодня, короче, будем снимать антигрифер-шоу. Антигрифер-шоу, вот уже жертва, если он, конечно же, грифер. Так я ему звоню. Волосатый. А родителям скажешь, поубавили звук? Да нормально, мне кажется, сильно слышно. Я вот их вообще практически не слышу. А, нет, вот маму слышу. Она спрашивает, где папа, хотя там папа рядом спит. Нет, она спросила, где капли. А. Я практически угадал, да? Не, просто отсюда в натуре было так, слышь, я тебе говорю. Ну, я знаю, мне тоже показалось. Но если бы я был на твоем месте, мне бы я на твоем показалось. Ну, ты не на моем месте, тебе вообще ничего не кажется. Блин, а где этот?